25 миллионов гривен в бюджет в результате работы подразделений налоговой службы области. 70% уголовных правонарушений составило уклонение от уплаты налогов. По словам начальника штаба управления налоговой милиции ГНС в Запорожской области Олега Трохина, сумма ущерба, нанесенного государству в результате уклонения от уплаты налогов предпринимателей области, составила по результатам зарегистрированных правонарушений 121 миллион гривен. На сегодняшний день по оконченным досудебным расследованием, направленным в суд, возмещено государству 5 миллионов гривен. Так, ярким примером стало уголовное производство в отношении запорожского предприятия, которое занималось торговлей бытовой химией известного бренда. В течение 2011-2012 года ими было закуплено у торгового представителя товаров на сумму 3 миллиона гривен за безналичный расчет, а за наличный расчет на сумму порядка 38 миллионов гривен, причем эта сумма 38 миллионов гривен нигде в отчетности не фигурировала. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 8 миллионов гривен. В данный момент продолжается досудебное следствие.